Проверка станка Rheinthaler на отсутствие кривизны рабочей зоны. Следуйте нашей инструкции и не забудьте подписаться на телеграм-группу Fortezza, где вы найдете обучающие материалы, сможете задать вопросы нашим инженерам, а также обменяться опытом в чате плиточников. Ссылка в описании. Проверка плоскости стола. Для проверки воспользуйтесь угольником или планкой и приложите ее перпендикулярно плоскости стола с одной из сторон. Планка не должна качаться, она должна лежать ровно, без провисаний к внешним бортам рабочего стола. У станков есть конструктивная особенность. Внешние борты отличаются по высоте к основному столу на 0,5 мм. Поэтому, если надавить на планку со стороны рабочей зоны, она может качаться, но это допустимая норма. Повторите те же манипуляции с противоположного конца рабочего стола. Проверка ровности моста. Воспользуйтесь струбциной и зафиксируйте планку, как показано на экране. Не затягивайте слишком сильно. Измерьте высоту моста с каждой из параллельных сторон. В нашем случае показания составляют 154 мм. Повторите измерение с противоположной стороны станка. Измерьте ширину рабочего стола со стороны торца. Показания с противоположной стороны должны быть одинаковыми. В завершение процедуры проверьте параллельность диска линии реза, так называемый угол атаки. Приложите планку параллельно плоскости диска и измерьте значение от краев рабочей зоны. Если значения расходятся, требуется калибровка. Вы можете заметить нарушение геометрии простым способом. Об этом сигнализируют вспомогательные линии на рабочем столе.